Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в драконы в саднике Олуха. Так, заберем с тобой 25 рун. И сейчас меня интересует одна вещь. Да, один день, 3 часа осталось у нас до завершения события, поэтому сегодня нам нужно его добить. Два шлема, прекрасно. О, там еще один шлем. Так, я, наверное, сразу же отправляю нашего беззубика на поиски шлема. Там осталось 4 шлема всего лишь найти. Ну, остальные я даже не знаю, ребят, как мы будем искать следующие там элементы. Опа, ареновский пак, да? Шторморез, кревет, вострозуб. И все. Так, Йохан, что у тебя там есть? Вот это я возьму. Остальное как бы воздержусь. Тебя, парень, сразу же опять отправляем на поиски. Тебя за древесиной. Тут ставим на обмен. Так, яйцо созрело. В принципе, ребята, оно как бы мне и не нужно, но пускай будет. Пускай будет у меня оно в ангаре. Ангар полон, расширить. Блин. Ну давай кого-нибудь выставим, что ли. Я не знаю, что еще тут делать. Эпических нету, да? Есть только редкие. Ну, вот, можно его сюда, кстати, поставить. Слушай, подожди, а шипорез? У меня, по-моему, есть шипорез, ребят. Ладно, подожди, сейчас не об этом. Есть, нету, давай заберем награды все. Для начала. Так, тебе за древесиной, ты там мне что, ожидание? Вот так, за рыбой отправляем. Кто-то мне говорил, что болтун будет много рыбы приносить. Не вижу, ребят, в упор. Значит, ну что, мрачно шип. Ага, чуть-чуть, ребят, не хватило, да? Капельку совсем, чтобы... Иди, обучайся у Валки. Что у нас там? Завал по рыбе быть не может. А фиг ли он не может взять рыбу? Лети давай. Крякать там что-то еще. Так, этого мы отправляем опять на поиски. Так, давай за древесиной. Давай за рыбой. За древесиной. Вот так мы распределили. Здесь давай за рыбой. Ты тоже за рыбой полетел. Так, вроде бы как... Вроде бы как все, в то же время нифига не все. Забей-ка задира, какие-то кувшины. Так, кривокрыл, ну что ты мне, давай руны. Конечно, руны, ага. 1500 тусклого янтаря, и это, наверное, нам и выпадет. Хотя, нет, шестеренки. 25 штук. Ну это нормально, кстати, 25 штук шестеренок. А давай в приключения опять лети. И грамм гильда. Ну тут шестеренки. Ага, вот все-таки руны. Самые юные. Бесплатно. Барсик, а ты что там притулился? Типа я тебя не увидел, что ли? Ну конечно. Отсидеться он решил. Так, дает яйцо. Новые формы. Ну, все пока вот тут вот именно. Что, что за лагерьки? Так, надо этого хламона разместить. Нет свободного места. В ангар, значит, лети, раз нет свободного места у нас. Полетел. Все должны трудиться. На благо, ребята, этого острова. Так что... Нечего, как говорится, сочковать, да? Так, и где эти у нас? Вот она.
Ну все, тут вроде бы мы завершили. Так, на рынок. Дайте мне, пожалуйста, мои задания выполненные, закрыть. Ага. Так, здесь у нас последний ареновский пак. Шторморез, древоруб. И все, шторморез и древоруб, всего лишь два. А так, чего получить доступ? Чё-то я ничего не понял. Ну и что это? О, можно обмен, ребята, эксклюзивный. Ага, ага, конечно. Шлемы тратить. Нет, ребятушки. Я их не для этого коплю, чтобы на вшивого какого-то дракончика поменять. Так, громобой, древоруб. Так, здесь закончили. Ну, а что у нас там? Фляжечка какая-то была. Так, пускай летит. На сборы. Где наш еще один? Вот он, стоит. Листочек и руны. Все, отправили мы его тоже. Да что за обмен-то, ё-моё? О, можно что, ребят, поменять, смотри. Рун. Ну, я, наверное, не буду все-таки, ребята, это использовать. Пока не буду. Ну что, я думаю, на события пора идти уже, в конце концов. Что тут еще с жалом, как говорится, водить? Открывай. Угроза бух и бах. Вперед. Так, сразу же мы получим загадочный пак после этого поединка. А в конце у нас сколько? 200, по-моему, да? 200 рун. Ох, ё-моё, вот этого надо сразу выносить. А вот этого, ребята, надо выносить моментально. Не давая ему возможности накопить 3 энергии. Так, водорез. Блин, а у нас не получится, прикинь. Оу, а, водорез потратился. Я уже думал, сейчас как мочканет. Ну, давай сделаем так. Здесь просто укусим. Блин, тебе не кажется, что они слишком уж быстро ходят? Ну, посмотри внимательно. А сейчас опять этот охламон. Ну, давай еще мне, блин. Загаси, как говорится, блин, моего барсика. А этот может, ребята, этот может в легкую. Но, благо, он не туда бомбанул. Печатали нас тут по полной, блин, программе. Ты посмотри. Ладно, зато я успею хильнуться, и мы с тобой восстановим фулл хп. Так, последняя волна. Блин, древоруб. Что вытворяет? Сделаем так. И они опять, смотри, и они опять сейчас раз-два. Ну, я думаю, что... О, барсик, блин, понижает атаку, а. У этого пониженная атака. И у этого пониженная атака. Раз-два. Ну, в принципе, вот этого добьем. Готов. Хлопчик, и остается вот этот вот последний. Сейчас мы его дожарим. Дожалим, дожарим. Добьем, одним словом. Поехали. Посмотрим. Плод мудрости. Спасибо. Это нам пригодится, я думаю. А, нет, ребята, не руны у нас. В конце будет пак. Но это пак этого. Пак Камрада, блин. Такая себе награда. Лучше бы, конечно, было бы 200 рун. А лучше 1500. А лучше 5000. А лучше 10. Ладно, креветы. Две штуки. По-прежнему, ребят, две волны, так что нормально. Причем
этих шустрых мы с тобой быстро разбираем. Так что можно сказать, что в этом поединке нам повезло. Единственное, что кривоклык, да. Блин, ты посмотри сколько, а. Так, этого в топку. Ну, он сейчас опять будет своей молнией плеваться. Давай добьем. А здесь что? Тройной удар. Ну давай, наверное, с этого начнем, с тройного удара. Фигли. Этот меня не волнует. Этот тоже, если честно. Меня больше беспокоит тройной удар. Ну, я имею в виду... Ха, он промахнулся. Я имею в виду не давать ему использовать суператаку. Поэтому как бы... В моих интересах его разбомбить, как можем сказать. Теперь начнем сородичи шепота. Да, укусили. Бомбанули двойной. Плюс отхил. Ну все, ему в принципе клишка. Он промахивается очень часто, кстати. Так, здесь добили. И остается вот этот один. Готов. И что же нам дадите? Нам дают тут рыбу. Дали бы мне лучше бы древесины, я бы смог бы еще кого-нибудь отправить на поиски железа. Так, ну что, ребята, после этого поединка получаем ареновский пак, который там содержит элитных, по-моему, да? Два громобоя. Стражи, что ли? Точно. Блин. Два стражи, это как-то нехорошо. Это, естественно, нужно понижать ему защиту, и уже чтобы потом кривоклык начинал потихоньку разбирать. Потому что только он здесь способен довольно неплохой урон наносить. Остальные так себе. Блин, сейчас еще будут этими своими атаками бомбить. Ну, естественно. То есть он меня запечатал специально, да? Ладно. Я все равно хильнусь. Я все равно хильнусь. И он сейчас опять будет свою фигню эту делать, проворачивать. Ну давай сделаем так, хорошо. Сделаем хил. О, он сделал, ребята, себе восстановление жизненной энергии. Но это ему не поможет. Вот она, вторая волна. Так, ну я вижу вот этого противничка. Блин, и этот, конечно, тоже. Ладно, попробуем примерно так сделать все-таки. Хотя вот этот вот огнеплюй. Ну что, надо его теперь брать в оборот. Если мы дождемся его тройного фаербола, будет больно. Он может даже полностью уничтожить. Ну, если он будет бомбить, предположим, по кривоклыку, он его просто может стереть с лица этой карты. Но это уже был, это уже, ребят, не суждено сбыться. Мы его бомбанули, и остается громобой. Этот громобой синенький, он не такой сильный. Да, он страж. Но в плане атаки он такой ватный. У него тем более одиночная массовая атака. Но она одиночная, как сказать, не массовая, а ульта одиночная. Ну и что нам тут? Ага, вот, вот как раз то, что я хотел. Древесина по фулке 750 миллионов. Поэтому мы сможем кого-то отправить. Так, элитные, да? Шторморез, душитель, громобой, шепот смерти, крылатый ужас, алая плеть и щейка, ребят. Алая плеть и ящейка. Так, ну что, проходящий бой, самый обычный, никаких мини-боссов, никого. А вот следующий уже будет последний, там будет поджидать нас босяцкий. Так, два штормореза, ну и плюс, как мы видим, громобой тут стоит. Раз уж взялись за кого-то, то будем его потрошить до последнего. Ага, вот так вот, да, значит. Холоп, на. Слушай, запарил ты, парень.
Я не знаю, давай сделаем так. Я почему-то так и думал, что он будет именно его бомбить. Кривоклык, ну что и этот, Барсик, что у тебя не получается постоянно, а? Ох, сейчас будет вот эта вот своя ульта, ребят, но я вам еще раз говорю, она одиночная, она бьет по одной цели. А вот у темно-синего громобоя, у него массовая, то же самое, только массовая атака. Так, я захилял полностью здоровье. И он все равно в Барсика бомбит. Ты посмотри на него. Целенаправленно. Ну все, отбиваем его, короче. Такс. Да. Не очень, ребята, дружеская тут командочка, я тебе скажу. 17 уровень, 2 стража. Плюс... Так, оглушают, конечно же. Сейчас будет бомбить кого-то. Барсика. Ладно, погнали. Ну, Барсику крышка здесь. 100%, они его сейчас ушатают здесь вдвоем. Хм. Барсик все-таки еще одного с собой прихватит, да? Ну вот сейчас бомбанет. Я думаю, вдвоем-то мы здесь уже справимся с охламоном. Так что все норм. Тут, смотри-ка, прыгает, что-то прыгает, еще выпендривается. Да ладно, сам там чуть-чуть у него хп осталось. Да на ты уже, в конце концов. Так, слушай, ну опять древесина выпадает. Это уже в запас пошло. Ну, а мы переходим на самый последний поединок. И давай смотреть, сколько. Я думаю, две волны. Угу. Вот это, ребята, громобой будет посерьезнее, чем те, которые были. Ну, отлично. Ушатали. А этот что? Этот сейчас будет бежать, да? Пока не будет. Я успею хинуться еще, отлично. Я успею хинуться. Кто там? Оу. Слушай, ну это еще промахнулся. Ты прикинь. О, вот это да, ребят, вот это нам повезло. Этот Олу взял просто-напросто и промахнулся. А Кела промахнулся. Плюс ему. Смотри-ка, какой жук, а. Снял себе, видите, понижение брони. На. Так, ребят, ну что, два костолома я вижу здесь и тройной удар. Пожалуй-ка начнем разбирать тройной удар. Стража мы будем самого последнего бомбить. Так, раз-два. Раз-два. Так, если мы сделаем, например, добить сможем? Да, сможем. Ну что ж, теперь вот этого бомбим. Бомбим красного. Опа. Опа-на, масс дебаф, прикинь. Давненько с такой штукой не сталкивался. Давненько, ребята. Мало того, что он понижает броню, он еще и понижает, ну, не дает нам использовать наши способности. Ну, супостар, да? Давай понижение сделаем. А так, ребята, я вам скажу, что событие, ну, несложное. Не могу сказать, что оно супер легкое, но оно и несложное. За всю игру мы с тобой потратили только один раз, если я не ошибаюсь. На эту грушу. А так все норм. И рыба. Ну что же, даже неплохо, ребята, мы сможем с тобой... двоих отправить. Так, и вот Пак Плеваки, да, точно. Вспомнил я, что это Пак Плеваки, который прилетел нам на почту. Ну, ну, как всегда, у Плеваки, ребята, вообще ни о чем, согласись. Вообще награда ни о чем. Водорез.
Да. Фига. Ого, какой. Блин, прикольный. Ну столько стоит, ребята. 5000, да. Вы что, совсем что ли? Слушай, а у нас же улучшился, да, ангар, по-моему. О, академия, точнее, академка, ребят. И я ведь теперь смогу что делать? Ну-ка, проверим. Ну-ка. 200 миллионов. Подожди. Обучить. О, да, друзья мои. Полетели пташечки. Дорвались, так скажем, до левелапа. Так, у нас там путешествует. Ну что, ты готов? А чего не хватает? Блин, 630. Сейчас заберем. Давай, полетел. Так, и за рыбу. За рыбу у нас вот это пойдет. Хотя надо было, наверное, отправлять нам с тобой фейерверк, да и все. Ну ладно, что сделано, то сделано. Так, забираем здесь и забираем здесь. Так, я янтарь могу заказать на переработку? Подожди, где у нас? А, так у нас стоит уже. Ну все, дорогие друзья, событие у нас пройдено. Если что, пишите в комментариях, когда у нас будет доступно новое, чтобы я не прозевал. И чтобы мы... Опа. Полетел тренироваться. Так, это 91 уровня. Ну да. Чтобы я, как говорится, не прозевал, и мы начали проходить все вовремя. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.